Доброе время суток, жители Королевки. Я нахожусь возле парка, будущего парка, расположенного возле 40-й школы, вам хорошо известного. Значит, сегодня, 5 сентября, здесь прошло организационное собрание, на котором участвовали представители администрации, представители компаний, которые будут благоустроивать данный парк, представители проектировщиков, которые проектировали данный парк. Был человек, представитель Надежды, депутатского корпуса, ну и ваш покорный слуга. Вот. На этом организационном собрании фактически решались все текущие вопросы, связанные с благоустройством. О том, как и где будут расположены дорожки, о том, как будет проходить само благоустройство, о том, об освещении, о том, где будет расположена зона для воркаута. Ну, общая организация, да? Что сейчас нужно знать, почему мы записываем это видео вот в ночи? Дело в том, что уже завтра, то есть 6 числа, строители начнут размечать дорожки пешеходные, да, по которым будут ходить потом люди, ездить мамы с колясками и так далее. И вот для их разметки будут натянуты веревки. Сейчас даже вот вечером уже вот несколько веревок маркерных было натянуто, и видно, что и собачники, и люди, которые ходят мимо, к сожалению, не обращают внимания на эти веревки, и я вот смотрю, что они фактически уже сейчас прижаты к земле, вот. А когда их будет большое количество, и они будут маркерными, да, то есть определяющими, конечно, их нужно сохранить. Поэтому к вам сейчас большая просьба обращать внимание на эти веревки, желательно их не трогать, на какое-то время, на ближайшие дни переместить там выгул собак или как-то организовать его иным образом, чтобы не мешать. Вот. Потому что в ближайшее время стройка уже начнется. Фактически послезавтра уже приедет сюда горзеленхоз, чтобы вырубать сухостой и определиться с теми деревьями, которые на дорожках будут расположены, которые придется срубить. Их будет минимальное количество. Специально это дело оговаривалось. То есть дорожки будут максимально стараться расположить так, чтобы не срубить ни одно дерево. Вот. Сами дорожки, ну, насколько я так понял, было долгое обсуждение и споры. Для того, чтобы сохранить корни, и для того, чтобы их, эти дорожки, не, значит, они не деформировались через какое-то время, будет армированный бетон. Лица. Это и более долговечная история и даст возможность там, где необходимо, опустить корни глубже в землю. Вот. Площадку для воркаута мы перенесли из зоны 49-го дома к торцу 51-го дома. Это будет и удобнее. Там свободная территория, которая даст возможность нормально расположить площадку со всем необходимым инвентарем и оборудованием. Вот, это здорово. То есть у нас получается участок, который рядом с детским садом расположен, он фактически останется просто зеленым. То есть там будут высажены дополнительные деревья, будет посажен, я понимаю, папоротниковые, вот как нам сегодня рассказывали. И это будет такой зеленый кусочек, значит, территории. Поэтому, ну, вроде бы ощущения только позитивные, все понимают, что это необходимо сделать, все идут навстречу. Вот. И одному известному изданию интернет, которого я уважаю, хочу сказать, что миссия возможна. Я в этом, во всяком случае, очень надеюсь. Ну, Королевка, объединяйся.